Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Енот и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Как всегда, Дискорд делает чудеса. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас сегодня рубрика SCP и аниматроники гоняются за нами. Мы будем, Серега, по очереди их ставить. Надеюсь, у вас хорошее настроение. И мы будем начинать. Я покажу, Серега, тебе нового аниматроника, который я сегодня скачал. Это именно NPC, его нельзя брать, но он очень-очень крутой. Для начала поставлю очень мало штук. Ребята, надеюсь, вам понравится. Вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Они спрыгивать не умеют, они сакуны вонючие. Они боятся высоты. Серега, а ты где? Я тут у воды, они это, их что-то колбасит, они в сторону бегают. Опа, он за мной все равно догоняет. Да не, мужик, я с тобой так не гуляю. Мы будем Бенни хопить. Я очень быстро бегаю. Пацаны, а че никто не умирает? Вот, умер енот. Есть, енотушкин сын умер. Так, кто там дальше у нас? Серега, а ты не умираешь еще? Нет, я еще живу. Так, это очень странно, очень. Так, ребята, следующая волна у нас будет из цепишек. Но пока мы еще поубегаем от этих. Может, давай их замочим, этих вонючек? Хотя они очень маленькие, кстати, они небольшие размером. Ох ты, блин! Я не ожидал, что он меня убьет, отвечаю. Это было очень резко. Хорошо, Серега, давай. Они какие-то противные. Давай спавь из цепишек. Тех, которых ты считаешь нужным, чтобы было реально сложновато выживать нам. Хочу экстрима. Будет сейчас нам экстрим. Так. Так, у нас что, 8 из 8 играет? А нет, 7. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылка в описании. Все красавчики. Серега, давай, ставь NPC-шек. SCP-шек. Ого, это ты поставил этого большого монстра? А что с ним? Эй, ты что сзади его поставил? Эй-эй-эй, я тут ни при чем. Отвали от меня, Серега, он какой-то бешеный. Так, он не может ко мне сюда подняться. Они забагались. Ребята, он танцует чамбу. Веселый крокодайл. Бежи вниз. Серега, а зачем ты их сзади ставишь? Видели, как он челюстью хлопнул? Он реально хотел меня убить. А я знаешь, куда? В воду бегу. Блин, я так боюсь за себя. Хочу выжить. Они в воду не идут. Они сакуны вонючие. Конечно, ты на поверхности. Вон, под водой один застрял. Я тут, мужики. Опа, и замирают. Сразу замирают, они меня как будто не видят. Так, переключились на вас. Иди, иди, иди к нему. Давай, беги в воду, быстрей. Он погрузился в воду, он под водой. Так, тонет, тонет, тонет. Подожди. Где еще один? Ну, кто-то нож в спину всадил, который ваншотает. А, не за сальто? Mm-hmm. Пацаны, читерское оружие не используйте, только я и Серега может, да? Блин, да стрельба офигенно. Эй, ты чё лезешь ко мне? Я тебя не знаю. Димас, разбавим обстановочку. Давай еще, я хочу веселье. Ого, еще там с неба падают крокодилы. Ты чё их в небо запускаешь? Как это за монстры стрёмные. Эй, отвали! Вода это единственное спасение. Блин, как его убить? Ого, они тарахтят громко. Там под водой что ли? Эй, отвали! А там, пацаны, валево идет, прикольно. Смотрите, электричеством сдерживает их. Нифига себе. Серега, давай, короче, может, скромников много штук поставишь? Без проблем, будет сейчас. Пацаны, сейчас будет эпик. Так. Они начнут бегать очень страшно и очень быстро. Хочу посмотреть, как это будет на большой карте выглядеть. На маленькой он быстро углы срезает, и ты не понимаешь. Так. Сейчас начнутся очень странные крики. Пацаны, готовьтесь. Так. Ого. Серега, хорош, наверное, да? Да, все. У меня 29 FPS. Так, они начинают... Сейчас... А что они не орут? Во, начинается. Такс. А, блин, он уже убил меня, блин. Эй, быстрее беги. Воду, воду, воду. Воду! Он бежит за мной! Воду! А что он будет делать? Они в воду не идут, они боятся воды. А не, он под водой. Блин, прикольный такой шум. Тихо, тихо, тихо. Полегче. Ого, они орут. Так вон они на кого-то... Я вижу, на кого-то сагрились. Сагрились.
И стоят. Вот это у нас, конечно, веселье. Вот такое я и хотел. Вот такое я и хотел. Ну чё, давай, кто ко мне? Я тебя увижу издалека и замочу. Бежит, бежит. Так, ребята, внимательно смотрим. Так, стоим и отстреливаемся. Может, давайте какую-то ружку посерьезнее возьмем. Я буду отстреливаться админским пистолетом. Не подходи ко мне, тварь. Ого, кто-то валит очень сильно их. Бежит, бежит, бежит по полю. Я тебя прикрою. Я тебя спасу. Кто бы меня спас? Как я не умер еще? Это было очень близко. Так, сандбокс. Воу. Прикольно. Вроде всех замочили. Не знаю. Так, давай карту обнулю. Чпонькс. Так, Серега, кого ты будешь сейчас спамнить? Так, помнишь невидимый засранца? Давай. Невидимый засранца — это всегда хорошо. Почему бы и нет? Подожди, а что за невидимые засранцы? А ты одень SCP-966. А, это очки. И я их теперь вижу. Так вот, нифига не вижу. А, вижу. Нифига себе, ты их поставил. А ну, иди сюда. Извините, пацаны, это не я. Я просто мочу всех. Я ничего не вижу. Ребята, очень яркая картинка. Ну, в принципе, если в темноту зайти, будет сильно. Это ж ночной режим, да? Оно в темноте в основном работает. Вот здесь еще более или менее, вообще сильно. Так, вижу, вижу, вижу. Всех убили? Походу. Ого. Нет. Извините, пацаны. Серега, обстоятельства, не хотел. Так, вот еще я вижу. Ого. Ого, это серьезно? Ты такое вот задумал нам запилить? Ребята, это реально сильно. Та музыка эпичная играет, очень сильно. Так, мы моргаем, не? Короче, ребята, это называется «Отвернись или умри». Так, чем? А, я моргаю не сильно, как я должен. Они ж вообще не убиваются, да? Да. А, блин, моргаю, моргаю, боюсь. Я отвернусь, пацаны, для прикола. Вон, смотри, вот этот перемещается, челепиздрик, я вижу. А вот эти все стоят. Ну чё, ты меня убить хочешь, да? А я тебя не боюсь. Вы думаете, гранаты будут дамажить? Они убивают их. Он сгорел! А не, он упал! Они, короче, от шаров умирают, а мы нет. Пацаны, давайте все отвернемся для прикола. Ого, они переместились все резко! Ого, этот прям рядом! Очуметь, вот это, конечно, класс. Еще раз, отворачиваемся. Я отвернулся. И я. А я смотрю. Опа, опять переместились. Так. Блин, кого он еще раз выберет, да? Вот даже не знаю, что за кем агрится. Короче, давайте, пацаны, еще раз все отвернемся. Все, отворачиваемся. Я отвернулся. Ждем, 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 не поворачиваемся. Вернитесь. Кого первого убили? Да почему у меня угони резкие? Я смотрю, как они перемещаются, ребята, смотрим. Так, так, так. Офигеть, они резкие. Эти, которые валяются, они уже умерли, да? Да. Понял. Так, Серега, давай, знаешь, что мы сделаем? Сейчас я тебе покажу. Я знаю, что можно еще сделать. А чё, они умерли все? Я хотел их убить. Прощайте, пацаны. Да это туфта, Димас. Это не туфта. Какая же это туфта? Нифига себе. Оно искажает пространство. Это туфта, я еще лучше знаю. Все, тут она так и все. Пацаны, убегайте. Чё она не взрывается? Вижу, вижу, вижу. Я буду на доме стоять, с дома наблюдать. Сражайся все равно. Бум. Ого, меня откинуло. А что такие за бульбашки прикольные? И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.